Ну что, друзья, всем привет! В игре только что появилось новое событие Brawl Stars Championship. И вместе с этим событием появилось много интересных приколов и подарочков, которые я расскажу, как забрать в этом видео. Поэтому смотри ролик до конца и прямо сейчас прожимай лайкосик и подписывайся на канал, потому что сегодня вечером я буду проходить это испытание. Я покажу, буду какими пиками буду проходить, как проходить и так далее. Если тебе интересно это, то давай наберем на этом видосе 10 тысяч лайков, и я сразу запускаю прямую трансляцию, где буду проходить это испытание на своем бомже, ну, на бомж-старе. Ну и может быть на основе, не знаю, посмотрим, насколько это будет вам интересно. Но помимо этого испытания, друзья, появилось кое-что интересное. Я сегодня соберу много интересных наград, поэтому смотри ролик до конца. Начнем с магазина. Друзья, в магазине появились иконки, боже мой, офигенно, они наконец-то вернулись, боже, как их долго ждали игроки. Последний раз мы эти иконки видели еще в прошлом году на чемпионате. Почему-то вот сейчас, когда трансляции были, не было этих иконок, я такой, блин, что за фигня. Вот они, точнее не иконки, я извиняюсь, пины, значки. Ну а теперь возвращаемся к видосу, ребята, какие у меня подарки. У меня, во-первых, куча всяких наград за чемпионат. Я их прямо сейчас соберу, я их получал на трансляции, которую смотрел вместе с вами, где мы болели за Нави, помните эту трансляцию? И это мне вот пришли награды, к сожалению, до спрея я не дошел, и вот это все мои награды, которые я собрал. Но это еще не все, смотри ролик до конца. Также, смотри, я прямо сейчас заберу, ребята, подарок, который у меня в магазине, и я получу тика. Не просто так, на моем аккаунте 19 тысяч кубков, друзья, до конца сезона я апну 20-ку. Для этого я забираю сейчас тика, мне один гем всего лишь надо на него, и также заберу на выбор любого хроматика. Смотри, какой у меня выбор. Выбор у меня Гейл, Калет, Лу, Гавс, Белль и Бас. Кого бы выбрал ты? Прямо сейчас спустись в описании и напиши. В комментарии, точнее. Это проект, где я, друзья, не покупаю никакие акции, которые продаются в магазине. Я все добываю своим трудом. Это проект с нуля, где я практически не доначу в игру. Если вам интересно наблюдать за этим проектом, подписывайся и следи. Я ежедневно провожу прямые трансляции. Ну что ж, поехали. Забираем подарок первый. И вуаля, на мой аккаунт залетает 80 кредитиков, и тик доступен мне. Вау, тик очень крутой персонаж. Мне на самом деле он не очень нравится, но сейчас он почему-то в мете, и очень много бравлеров с ним комбинируется. Дальше мне идет на выбор вот такой вот список. Пэм, Бо и Эдгар. Блин, ребята, если бы не было в игре титулов, я бы 100% выбрал бы Бо. Но я знаю, какой титул у Пэм. Я хочу выбрать Пэм. Напиши в комментариях, кого мне выбрать прямо сейчас. Может быть Эдгара? Может быть Пэм? А может быть Бо? Короче, я сделаю сейчас голосование. Смотрите, как мы сделаем. Смотрите. Я выбираю пока Пэм, но я всегда могу сменить. В холдик теле я проведу голосование. Проголосуй, какого персонажа мне выбрать. И, кстати, друзья, уже на днях у меня будет конкурс на новенький Brawl Pass. Если ты хочешь пропиарить свой канал, Телеграм, участвуй, точнее не участвуй, а можешь написать моему менеджеру, ссылочка вот здесь, вот моему менеджеру, если хочешь купить спонсорку. Конкурс будет сильный, мощный и, короче, будет крутой конкурс, поэтому кто хочет залететь в спонсорку, залетайте, пока еще есть места. Конкурс уже будет стартовать на днях. Обязательно пишите менеджеру за спонсоркой. Буду очень сильно этот конкурс раскручивать, поэтому не пожалеете. Ну и голосование будет в холдик теле, тоже на него подписываемся. Так, ну что, я выбрал Пэм. Дальше, смотрите, это еще не все. Также у меня здесь я могу выбрать еще хроматика. Вот он. Но я еще не знаю, кого выбрать, честно. Давайте я апну тика. Апну тика, а потом... Не, наверное, давайте сразу заберу. Так, ребят, не кидайте мне инвайты. Давайте сразу заберу. Я, скорее всего, заберу, ребята, база. Да, я забираю база. Это очень крутой бравлер, вот, и я его, скорее всего, качну даже, прокачаю, потому что хочу его. И у меня остается, ребята, даже 300 еще этих хроматических токенов, еще 200 насобираю, и следующий боец мне будет доступен. Имба, просто сегодня на стриме буду пушить эти трофеи, поэтому залетайте. Так, а какой у нас титул на тика? Давайте посмотрим. Титул на тика у нас... Куда делась голова? Куда делась голова? Кстати, а Бо, я не чекал на Бо. Я выбрал Пэм, но я не чекал на Бо. В гармонии с природой не очень. На Эдгара вроде прикольный, да? На Эдгара вроде тоже прикольный. Давайте посмотрим. На Эдгара у нас какой титул? Президент Brawl Stars. Не, ну вот это очень титульный титул. Ё-моё. Ну, слушайте, реально, вот я думаю, между Пэм и Эдгаром будет соревнование. Я опубликую обязательно пост после этого стрима. Ой, видоса, спускайтесь и голосуйте. Пэм, Бо или Эдгар, кого выбирать? Блин, ну вы будете голосовать за Эдгара, я бы не хотел его брать, он не сильно в мете сейчас. Ну, короче, посмотрим по голосованию, не факт, что я возьму того, за кого проголосуете. Ну, вы проголосуйте обязательно. Едем дальше.
Пришло время собрать подарки на основе. Здесь их еще больше. 28. Не, 11. 11 подарков. Ох, тут подарков просто жесть, ребята, посмотрите. Ну тут, конечно, побольше, потому что я здесь намного... Короче, реже играю, и здесь накопилось прям очень много подарков. Сейчас мы их все соберем. Так, 10. Надо по всем аккаунтам пройтись, там реально годные подарки. Помню, раньше, когда ящики давали, я по всем аккаунтам собирал подарки. Ты чё, как это не собрать подарки на всех аккаунтах? Так, 100 очков силы. Спрей, да, тот самый спрей. Почему-то я на бомжстаре его не фарманул. И сейчас самое интересное, ребята, посмотрите, какой список подарков я заберу. Внимание, бам, бу-ху-ху. Вы такое хоть раз видели? Вы где такое видели? Просто капец, посмотри, сколько пинов. Это офигенно, просто чекай. Смотри, какие крутые пины. Так, окей, это круто. Плюс это еще не все. Еще куча подарков здесь. А, это все подарки. Это они были у меня здесь просто доступны в магазине и переместились в сообщение. Лол, они там могли висеть вечно. Зачем я их забрал? Не знаю. А, кстати, еще продается Мортис. Еще продается ПМ. А, ну короче, тут еще много всего продается. Кому нужны гемы, как бы, ну, знаете, что надо делать, да? Так, теперь касается, что касается самого чемпионата. Здесь всего у нас 1, 2, 3, 4, 5 карт. На каждой по 3 победы, всего 3 поражения. Значит, пики и тактики, как проходить, если вам интересно, дождитесь на стриме. На самом деле карты не новые, поэтому пики все те же. Это карты заезжены, ну блин, роковая шахта. Ну кто не знает пик, ну тут очень тащит рикошет. На миду тащит газ, бель, Пайпер, Пчелка, 8-бит, да что, ну короче, это Джин, ну много тут популярных связок, поэтому я сегодня буду проходить это испытание на стриме, а также аапать, друзья, новых бралеров, которые сегодня получил, допустим, База, я его, о, он сразу на фул сразу, жестокие границы, вау, какая карта в ШД, погнали сыграем, я обязательно База прокачаю, даже прямо сейчас на ваших глазах, фау. До пятого левела, может даже еще больше качну. У меня же теперь много всяких жетонов, много наград. Я теперь за мастерство могу зарабатывать. Блин, какая карта офигенная в ШД. Я же теперь могу зарабатывать награды не только за кубки, да. Я теперь могу награды зарабатывать и за эти... мастерство, и там их намного больше и намного выгоднее. То есть мне надо сейчас на всех персах апнуть минимальное мастерство. Там просто почти по косарю везде я буду получать этих золота. А мне золота пипец как не хватает, здорово, примат. Блин, вот примата слезали с меня, прям в общем, копия вообще. Не знаю, зачем они это сделали, да, ребят? Как вы считаете? Мне кажется, это плагиат. Так, окей. Вы говорите, скина моего нет в игре, а примат... Все скины на примат — это косплей моего образа. Вот. Кто понял, тот понял. Не все поймут. Так, ладно. Все, забрали базик. Ой, Эшика. И остался у нас 8. Куда, родненький? Блин, базик — это имбулька. Короче, буду сегодня апать на стриме. Не знаю, база или Тика, выбирайте кого. Короче, вам много голосований. А мне еще надо все квесты выполнить. Боже, сколько всего, ребята. Перед новеньким Brawl Pass'ом прям разогревочка. Скоро будет новенький Brawl Pass. Скоро на него будет конкурс. Кто хочет залететь в спонсоры, залетаем, друзья. Залетаем, потому что места ограничены. Конкурс будет мощный, обещаю вам. Поэтому ссылки в описании. Всем удачи, увидимся. Пока.